Питерфуд. В завершении второго дня мы хотим пообщаться с Эдуардом. Эдуард, доброго дня. Ну, сразу видно, какую компанию вы представляете. Расскажите, чем занимаетесь. Ну, наша компания в первую очередь занимается автоматизацией бизнес-процессов и автоматизацией учета. Соответственно, мы нацелены на то, чтобы помогать пользователям автоматизировать свои процессы, соответственно, экономить деньги и зарабатывать больше. Как автоматизация помогает экономить деньги? Это главный вопрос, который меня интересует, потому что я вообще не про это. Ну, смотрите, на самом деле очень часто встречаются такие моменты, когда у нас есть излишки продукции, деньги замораживаются в обороте. Есть решения, которые позволяют просто залезть, грубо говоря, в программу и увидеть, какие товары приносят доход, какие товары не приносят доход. Соответственно, те, которые приносят, точнее, те, которые не приносят доход, их надо выводить, допустим, да, то есть принимать какие-то управленческие решения. Помогают различные программные продукты и сервисы 1С. А сколько времени нужно для того, чтобы перевести режим работы с ручного на автоматизированный? Зависит от объема компании, от объема задач, но фактически можно за день сейчас запустить прямо с нуля какую-то организацию в зависимости от непосредственно того, что хочет получить конечный пользователь. В какой момент держатель бизнеса понимает, что он должен обращаться к вам и что пора переходить к процессу автоматизации? В идеале хорошо, когда пользователь понимает это сразу. Потому что вести учет на коленке, сейчас до сих пор еще есть компании, которые ведут учет в Excel, к сожалению, это сильно усложняет их жизнь, потому что приходится работать с несколькими прайсами, с несколькими вкладками, с кучей программных продуктов каких-то офисных. В результате тратится куча времени, руководители, как правило, хватаются за голову и не понимают, что у них происходит с бизнесом. Используя программные продукты, можно свободно иметь полный набор аналитических отчетов о том, что происходит с бизнесом, как работает, приносит доход, не приносит доход. Плюс зачастую ряд пользователей, понимая, слыша там 1С, видя 1С, считают, что у нас есть бухгалтерия и вроде бы все хорошо. На самом деле сейчас можно автоматизировать любой процесс абсолютно, начиная от производства и заканчивая взаимоотношением с клиентами. Все это можно сделать при помощи программ и различных сервисов. Что нужно сделать, если я решил, что мне пора автоматизировать бизнес? Куда идти? Позвонить нам, залезть на сайт 1С, найти партнера, выбрать партнера. Партнерская сеть очень большая. В любом городе страны и ближнем зарубежье найти партнера не составляет особой сложности. Для этого достаточно залезть просто на сайт 1С. Тогда для того, чтобы больше людей узнало о продукте, который вы предлагаете, я предлагаю им сделать репост потом этого интервью к себе на страничку. И после этого мы пригласим их на сайт, чтобы они уже воспользовались услугами компании. Спасибо. Спасибо.